Политбюро находок имеется. Школьная карта Телешова Алексея. Курительная трубка. Ключи от квартиры оставлены в такси. Водительское удостоверение Гараева Ильдара Есировича найдено 26 октября возле ГАИ. Бюро находок ищет. Свидетели ДТП, произошедшего 6 ноября в 15 часов 50 минут на Соболековской автодороге по направлению из города в сторону промзоны после оврага. Столкнулись автомобиль Ford Focus белого цвета, автомобиль неустановленной марки темно-серого цвета, седан. Виновник ДТП скрылся в сторону лесопосадки. Просьба позвонить по телефону 8-917-229-1998. Вознаграждение. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням.